Сегодня у нас особый день, называется Пейсах Шейни, второй Пейсах. У этого дня есть два аспекта. То есть внешне, то есть есть места, где говорят Таханун, Пейсах Шейни, есть, где не говорят. То есть вопрос в самом корне его, есть ли у нас сегодня след той святости, которая была в Пейсах Шейни, когда приносили пасхальные жертвы. Видимо, то, что вообще Всевышний выделил особый день для пасхальной жертвы, второй, и тут очень принципиальные причины, почему это был выделен день, когда там были люди, которые несли умерших при приходе из Египта, и которые, в общем-то, могли принести к пасхальную жертву день после этого. Вышло, чтобы они ее принесли за них, а вечером, не знаю, кушали. Это была проблема. И вот очень, очень такой интересный вопрос, почему Всевышний не наказал это сделать таким людям на следующий день, в рамках того же Пейсаха. А наоборот, мы выделили особый, так сказать, день, называется Пейсах Шейни, тоже 14 числа, как и в Нисане, 14 Ияра. В общем-то, по такому же порядку почти. То есть днем 14-го принесли пасхальную жертву, вечером ее кушали после этого. А года-то не упоминается. А года. И я хочу немножко поговорить о том сегодня, вообще, что такое Пейсах Шейни. И я видел замечательную вещь в книге великого автора, книге Осамеях и Меша Хохме. Он был Амер Симхе из Двинска, он был учителем папы Рабби Ицхака Зильбера, как Рабби Ицхак приводит в своей книге. Он был очень великим человеком. Он немножко касается вообще важности пасхальной жертвы. Давайте обратим внимание. Вообще-то слово Песах и корень его в том, что Всевышний Пасах буквально перепрыгивал через дома евреев, которые приносили там пасхальные жертвы в Египте. Это имя, это деяние Всевышнего, оно осталось в Торе как причина и как название праздника Пейсах, и в частности Пейсах Шени. Ну, тот немножко знаком с моими уроками, знает, что я всегда говорю на повышении Пейсаха. Был вопрос уничтожения, в частности, выкорчевывания из душ евреев египетского идолопоклонства. Казалось бы, какое-то имеет отношение, это суть. А почему это называется именно Песах? Потому что Всевышний как бы перескочил от дома египтян одного через дом другой, а еврейский дом сегодня пропустил. Я по этому поводу видел тоже сегодня Меша Хохма замечательную вещь. Это глава Баала Исха. Он говорит, что основа Пейсаха – это то, что называется у нас в святом языке «ашгаха пратит» – личное наблюдение Всевышнего над каждым из нас. Когда евреи видели, когда мор поразил египетские дома и слева, и справа, и сзади, и наперед, вот их, вихрь, сказать, дом мор не пришел, то это означает личное наблюдение. Я вам скажу одну историю. Слышалось на этой неделе, это в Нафтоле Абаджера. Была одна израильская спортсменка по плаванию, которая вернулась к Торе.
И спросили, почему, что случилось. Рассказал историю. Эта история есть один маленький, принципиальный аспект. Она была с какой-то группой спортсменов, или не знаю где. Ну, короче говоря, они плавали в Австралии, в океане. Были очень хорошими пловцами, это не был вопрос. И вдруг она чувствует, что ее засасывает водоворот. Водоворот. Ну, был сильный водоворот. Она чувствует, что нет, выплыть не может. Выплыть не может. Она знала буквально одну единственную святые слова и больше ничего. Это «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад». Она сказала «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад» и почувствовала под собой какое-то тело. Но тело – дело такое, это может быть как акула. Это не лучше, чем утонуть в водовороте. Акула. И вдруг это тело поднимает ее. Видишь, это дельфин. И дельфин отвез ее на берег. Она сделала чего? И даже то, что я понял из рассказа Габарджо, не просто потому, что она спаслась. Она почувствовала, что Всевышний помнил ее, наблюдал за ней даже в каком-то океане возле Австралии. Когда в момент, когда она произнесла слово «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад», Всевышний ей подготовил дельфина, чтобы вытащить это оттуда. Есть, я вам скажу, основа, есть у веры много аспектов. Много аспектов. И в общем счете есть глубочайшие аспекты веры, которые требуют большой работы. И трудно представить себе, что Всевышний считает от каждой девочки 12 лет, когда приходит к батмитсве, или каждого мальчика 13 лет, чтобы уже они были цельными во всех аспектах веры. Однако есть один аспект, который можно, нужно, необходимо этому учить детей с 5 лет, 6 лет, 7, чем раньше, тем лучше. Аспект веры называется вера ашгаха пратит, личное наблюдение. Что мир нет случайностей, есть провидение Всевышнего. И все, что в случае, это к добру, а нет, так сказать, непроизвола судьбы. Понимаете, русский язык, он язык вероотступников, что нет понятия произвола судьбы. Надо вообще пользоваться словами языком, так, чтобы из своего лексикона искоренить эти слова вероотступников. Вот, понимаете, произвол судьбы, это надо вычеркнуть из этого лексикона. Нет таких слов «произвол судьбы» и тому подобное. Это основа веры Израиля. И именно этот аспект веры, он раскрылся в Пейсах. Не просто отход, отстранение от идолов египтян, а то, что Всевышний нами наблюдает, ашгаха пратит, личное наблюдение. Это слово «пасах», когда перепрыгнул, переступил, он обошел, ангел-губитель обошел наши дома. Я вам скажу одну вещь. Это работа над верой и знанием, что весь Всевышний правит всем, все только от Него. И поэтому помнить и чувствовать это постоянно – это огромная работа. Это не... Мы не кончим ее на этом уроке, скажем так. Я говорю про самого себя, не только про вас. Но это особое достоинство, в частности, мы уже говорили, что пасхальная жертва это отход, отстранение, выкращивание из себя идолопоклонства египтян. Мы уже говорили не раз, что это идолопоклонство египтян включается в два аспекта. Это поклонение
Мазаль, и поклонялись созвездиям, Мазаль Тале, в частности, его правление в этом мире, это овечкам. У них был очень сильный идол, страшнейший идол, который очень опасен сейчас. Это вера в собственные силы. То, что фронт говорил, что я себя сделал. У меня есть мой Нил, а я сам себя сделал. То есть сам себя сделал, а не был полным идиотом, что он сам себя сделал. Но все его царство это плоды его трудов, его, так сказать, его успехов. Так объясняет Раши в Ехескель. Нет, нет. И это то, что нам нужно, необходимо работать всегда и в Пейсах. И то же самое касается Пейсах Шейн. И тут есть важное дополнение. Вообще-то говоря, глубоким корнем идолопоклонства является неверие вероступников, что Всевышний сам проправит всем, над всем наблюдает. То есть это приводится в наших книгах так, что это считали старые, древние вероступники, это был еще период Энуша, это было еще до разделения на евреев и на евреев, это еще период Энуша, внука Адама. Не новая вещь. Утверждали, что это не подобает почету величия Всевышнего заниматься какими-то мелкими делами в этом мире. У нас есть другой подход к этому, что истинное величие, бесконечное величие Творца в том, что он занимается всем. Он делает вещи из посредника, он из посредника только исполняет его волю, они не имеют никаких собственных, так сказать, желаний и повелений. И когда есть отношение к Всевышнему, что Всевышний оставил эту землю, значит, кто-то этим правит, кроме него. То есть посланники. Так как Всевышний, он об этом не думает, не мыслит, не интересует, это ниже его достоинства, не дай Бог. Начинает приносить жертву тем, кто этим занимается. Это корень поклонства. Наше противостояние поклонству. То есть вера, что есть единый Творец, когда не просто единый Творец, он создал мир, он создал его, но кроме того, он правит, и только он правит, только его воля в этом мире осуществляется, и будет осуществлена. И это сейчас проявляется в вере, в ашгаха пратит, что же происходит с каждым из нас. Поэтому ценная вера в ашгаха пратит, ценное наблюдение Всевышнего – это то, что выкорчевывает основы идолопоклонства. Поэтому это две темы в пасхальной жертве. Тема зарезания идола египтян и тема веры в личное наблюдение очень связаны друг с другом. Все было в одном. По воле Всевышнего в одной пасхальной жертве. Теперь хочу сказать еще одну вещь. Есть вопрос, задают наши комментаторы. Что за претензии этих евреев, которые пришли с пустыни, они несли мертвые тела, просто кого-то сейчас не так принципиально. Что за претензия, почему мы будем, нам не лама не гора, чем мы хуже других, чем мы хуже других? Все приносят пасхальную жертву, а вот мы нет. Вопрос принципиальный. Я тоже сегодня вашими услугами обратил внимание в книге Меша Хохме. Есть у нас попросту на Пейсах, в пустыне по основному закону его не нужно было приносить. Заповедь Пейсаха связана с приходом в Святую Землю. Было особое повеление Всевышнего сделать Пейсах один раз в пустыне. И тогда
были люди, которые сделать не могли, они просили, чтобы Всевышний... Почему они потеряются? И объясняет Миша Хохма замечательную вещь, что мы приводим, есть и в этом месте, еще есть место по Хизкияу, когда пророки сделали большой, так сказать, была большая тема, какой-то особый Песах, который сделали. Хотя это Песах, это мицва каждого года. Говорит об этом Меша Хохман замечательную вещь. Когда было особенно важное исправление греха идолопоклонства, когда требовалось особенное укрепление веры, тогда делали большой Песах. И Песах это был в пустыне, был Песах очищения от греха золотого тельца. Так как Кобан Песах это то, что очищает нас от следов идолопоклонства. Тут я могу объяснить, почему так эти люди хотели удостоиться принести пасхальную жертву. Они хотели быть в рамках не просто исполнения заповеди. Мы исполнили заповеди, ну, так они бы заняли другую заповедь. Дело такое. Об этом сказано большое правило. Ой, сегу митцва, потом митцва. Кто занимается одной заповедью, он это освобождается для других. Но тут речь шла об очищении от следов греха золотого тельца. Речь шла об укреплении цельной веры. Они не могли себе позволить в этом не участвовать. Хочу вещь немножко объяснить. В конце Масехет Макот там упоминается известная тема, что у нас есть 113 заповедей. Дальше говорится, что более поздние поколения обосновали все на меньшем количестве. Не то, что если отменили часть, нет, но просто сделали правила, исполняя которых, все круто ставить за всех остальных. В итоге говорит Гемара, что пришел пророк Хабакук и все основал на вере. Как сказано, цадык бы ему нос и их, праведник вера свободен жить. Это емко очень стих, это можно много обсуждать. Но, короче говоря, это величайшая основа всей Торы. Поэтому пример этого, человек, который исполняет всю Тору. Ну, кроме того, он поклоняется кому-то ангелу. Он считается отступником всей Торы. Это идолопоклонство. То есть, вся Тора основана в первую очередь на вере и знании, что единый Творец, единое правление всеми нами, безусловно, совершенно бесконечное величие, нам непостижимое. Но это основа всей Торы. Поэтому это обращение, почему потеряем? Оно было очень принципиально. Это не было просто за одной заповедью. На это есть простой ответ. Есть вы заняты другой заповедью. Но есть вопрос, это уровень укрепления силы веры, ценности веры. Тут уже ответ, вы заняты другой заповедью, он на это уже не ответ. Всевышний пошел навстречу им и дал им следующую дату для пасхальной жертвы, 14 яра, чтобы они тоже удостоились этого достоинства. И тут я хочу объяснить одну вещь. Это вещь очень принципиальная. Есть всем известное выражение Талмуда «Онес Рахмана Патра». Когда человек находится в состоянии абсолютно вынужденном, из-за этого он нарушил, он освобождается от наказания. «Онес Рахмана Патра». Даже более того, даже ситуация, когда он
должен был пойти на смерть по закону, его не нарушить, но он не смог выдержать это испытание, но вынужденно заставили, допустим, поклониться идолам. Он поклонился идолам, не имея в виду поклониться, просто сделал такое внешнее действие. Хотя дело было запрещено, надо найти на смерть, этого не делать. Это называется онес, вынуждение, и он освобождается от всех наказаний. Хотя он не имел права такое делать. Есть еще одно выражение. Он из команды Овид Ломрина. Когда человек что-то не сделал вынужденно, это не засчитывается ему, как будто бы он это сделал. Это касается многих вещей. Иногда это правило не совсем точное, потому что есть, если человек очень хотел какую-то запись сделать, и он одноразово был считается, как будто бы эту запись исполнил. Это гмара в конце первой главы Кидуши. Я помню, когда от нас ушел великий Рубен Файн, тесть Рава Исвиша. Он был очень большим адресом Торы. То есть я помню его еще, два урока здесь, в Шатаран по шабатам, когда он приезжал из Америки на каникулах. Я знаю его книги, знаю. Открывал, сейчас открываю. Он был чрезвычайно великим человеком. И после этого издали сборник в его память, через год или через два, я точно уже не помню. Там есть статьи разные. Там немножко написали о нем очень такой принципиальный, как его семья. Я разговаривал с его сыном об этом как-то. Что то, что семья, просто проанализировав жизнь своего папы, они немножко определили некоторый стержень его жизни. Есть ситуация, когда человек в этом мире может быть освобожден от учения Торы. Он действительно в состоянии вынужденном. Но жить по этому вынуждению мудрецом Торы ты не станешь. Вынужден ты будешь, но мудрецом Торы ты из этого не станешь. То есть, короче говоря, что они имели в виду? Что наш учитель Рубен Файн, Захасады Кодыш Леброха, он тоже касается изучения Торы, он не считался с тем, что он вынужден. Потому что если будет им считаться, то мудрецом Торы не будешь. И тут надо понять эту вещь. У нас сегодня нет пасхальной жертвы. У нас есть сегодня только одна вещь. Нет у нас храма, нет пасхальных жертв. Мы этим говорим слихот, в частности, в Йом-Кипур. И не только в Йом-Кипур. Эн шиур эла Тора азойс. Там ничего не осталось, как только Тора. И об этом пишет Рав Шах в предисловии к своим книгам Авиэзри. Но если у нас есть Тора, у нас есть все. Но надо при этом удостоится Торы. Если каждый из нас будет искать себе оправдание, почему он не учится, он найдет оправдание. Найдет оправдание. Есть много оправданий. Я вам скажу просто, как эти оправдания, они истинны. Один человек скажет, мне нужно спать, по крайней мере, 6 часов в день, чтобы я мог функционировать. Столько времени я работаю, столько времени я еще какие-то дела. Мне остается на чем 1.5-2 часа. Все. Другой подумает, что как-то это маловато. Поэтому может спать немножко меньше. Он начнет спать 5 часов, потому что еще меньше 4. И не заболел, и учится, не говорю, ему легко, тяжело, но при этом он изучает Тору
в тяжелом положении. Это тяжело. И это засчитывается каждое изучение Торы как в 100 раз больше. И он дал достаиваться Торы. Я не буду далеко ходить. Это была жизнь нашего учителя Рабинского Зильбера в Советском Союзе. Все знают историю, как он учил Мишнайот, то, что у него было в лагере, когда он должен был 12 часов в день заниматься переносом воды на коромысле. Помните такое слово «коромысло»? Видели это? Я тоже видел. Так вот, ну, что вы сказали на месте Рабинского Зильбера? Я сказал бы, ну что, что-то Рабинцев точно знал наизусть. Так можно нести 12 часов воду, повторять то, что знаешь наизусть, думать то, что можно. Ну, все. На этом день кончается. Рабинцев посчитал иначе. Надо учиться какое-то время хотя бы с книгой, спокойно, а не на ходу с коромыслами. Так он научился бегать с коромыслами, с полными, с водой. Потому что привезти пустые ведра, это никому, это, наверное, начал пойти еще раз потом. Это мы видели, мои дети, вот он детям демонстрировал в Эрцисрое, как он бегал с коровой, с ведрами, носил воду, и вода не проливалась. Мои дети это, мне об этом рассказали. Так вот, не то, что он бежал, как на 100-метровку, не совсем так. Но вот путь занимал его вместо часа 45 минут. И у него было 15 минут, что он мог с этим учиться. Рабицак посчитал, что у него 12 часов работы, из них 15 минут он выкраивал на учебу, 12 умножить на 15, и получается, сколько времени? 3 часа в день. Он говорит, в обычные времена у меня столько не было времени учиться. В обычные времена. Он пишет, он говорит, удивительную вещь, есть очень тяжелая, мы всех откинем. Это в конце раздела святынь. Кодшим. Он говорит, это очень тяжело, Миша, я это знаю. Я их учил, я знаю, что это очень, очень тяжело. До этого я все-таки смог разобраться. Вот там я разобрался. В лагере. То есть под Сталином разобрался. Потому что это вот пример того, что человек живет, а принцип, ну, он был вынужден. Кто-то может сказать, что он обязан бежать. Девять часов в день бежать с ведрами, но я, это, понимаете, я сейчас говорю порицание саму себе. Понимаете, всем у нас, мы ищем все оправдания, тут мы не учимся, там мы не учимся, там учимся меньше, чем надо. Вот, но надо хорошо понимать, мы же сами Торы, полагаясь на то, что мы освобождены по вынуждению, мы не станем. И есть еще одна вещь. Дело не просто в изучении Тора. По большому счету, Тора – это основа всего. Основа всего. То, что приводится в конце первой главы Кедушин, великое учение, которое приводит к исполнению. И более того, мы сегодня говорили о огромном достоинстве, ценной веры, в частности, вера в личное влияние Всевышнего. Личная вера укрепляется, когда человек связан с Творцом. У нас нет более сильной связи с Творцом, чем изучение Торы, чем углубленное, с богобоязненностью. Поэтому, короче говоря, я просто объясняю то, что сказал Равшах. Равшах сказал, что то сказано в стихот «Эну щура Тора Азойс», у нас ничего не осталось, кроме Торы, но если есть Тора, у нас есть все. Есть все. И поэтому всегда об этом говорил и говорю, Курбан Пейсах всегда выпадает, всегда, нет исключения, на время отсчета умер. Никогда бывает иначе. Это вообще такое...
единственный день, который называется по порядку 29-й день Омера, соответствует Хесед Шивагот. Сейчас я говорить не буду, но это интересный день такой, Хесед Шивагот. Ну и поэтому надо всегда, знаете, надо знать, в наших силах, у нас мы не можем собственными силами обрести Тору. Можно обрести понимание глубокое, что называется харифут, научиться тонкому анализу, это можно даже люди, которые не очень способны. Чем будет работать, он этого достоится. Не как дар, а именно тут обещано, что за свою работу он этого достоится. Все это с помощью Всевышнего, это обещано. Но знание Торы, тем более постижение вещей, которые выше нашего разума, можно получить только-только от Всевышнего. Поэтому у нас нет собственных, только своих сил. И это то, что мы получаем на Шивот, когда мы готовимся по-настоящему к Шивот, мы можем заново удостоиться другого уровня постижения Торы, которого не было в этом году, в прошлом году и так далее. Поэтому всегда надо именно в день второго Пейсаха спросить себя, лама не гора, а почему мы будем хуже других? Почему не будем большими мудрецами? Знаете, есть, зачем далеко ходить? Омер связывают с Рабби Акива и его учениками. Рабби Акива начал учиться в 40 лет. Он до этого не умел читать. Не умел читать. Он разговаривал на арамейском, не на иврите. Разговор на язык был арамейский. И для нас Рабби Акива пример, что человек может достичь всех высот в Торе, даже если он начинает учиться в 40 лет. И я вам скажу, последние десятки лет видим, что есть огромная помощь, человек может наверстать очень много, даже начинает учиться поздно. Учитель Фридман говорил очень такую важную вещь. Не так важно, когда человек начинает учиться, а когда он кончает. Что значит кончает? Не то, что он бросает Тору, снимает кипу. Нет, он учит, но одно время очень серьезно, углубленно, что продвигается дальше, а другое у него есть какое-то понятие, он учится постоянно какой-то час-два в день, даже три часа в день, но он не продвигается дальше. Называется, в каком-то смысле, как кончить учиться. Вот важно не только, когда человек начинает учиться, а когда кончает учиться. Нам надо очень стараться не кончать учиться, а идти дальше. Всего хорошего.